Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить Bloodwest. Что-то он тут, не знаю, обновлялся, не обновлялся, но он стал вот до 40 FPS показывать даже, представляете. Так, я просто тестил, я пытался, думал, отключить вертикалку, сколько тогда игра покажет. И после этого она стала показывать 40 FPS. Я включил назад вертикалку, но она все еще показывает 40 FPS. Ну ладно. Но не всегда. Знаете, там вроде... Кстати, я там побегал, посмотрел на него. Я тут немножечко стрел прикупил, немножечко патронов. И все. Не знаю, может саблю потестить. Просто хоть посмотреть, как она выглядит, а то саблю может только сюда запихнуть, да? Ладно, дай так, если я сдохну, то... Так, а мы куда идем? Сейчас, подожди, давайте вспоминать. О, экран трясется, ходит, это ебалумба прямо здесь. Мы зачистили все вот это, кроме вот собаки этой улыбающейся. Ну вот прям глаз, вот у нее зуб торчит, нос, это вот хохолок или крокодила с хохолком. Не знаю, короче, вот тут и улыбающиеся сволочи. Мы были вот здесь. А, вот здесь я был последний раз, и теперь можно идти в город совершенно спокойно, потому что я хотел идти туда, а перед этим я типа заскочу вот здесь. Блять, тогда остается вот сюда сходить, получается. Я просто тут не дошел. Ну ладно. Пойдемте в город. Так, где наш здоровяк? И! О! Вон он ходит. Пойдемте за ним. Так, у меня есть дробыш, у меня есть это. Патронов у меня толком нет. Если в него камень кинуть. Ты ебантяй, нет, мужик! Опа, валим. Нарина нара нара на 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 опа, нарина нара нара. Я дурак, я потерялся. Чё, бежит? Ебантяй. А где он? Он очень странно сюда бежит, если честно. Я уже пробовал, ты забегаешь сюда, и он, короче, перестанет. Да. Как туда убежал. Может, на самом деле, он просто в панике от меня смотался. Типа, боже мой, они кидаются камнями. Как там было? А таз, они камнями кидаются. Ну нафиг такие заходы, я лучше в подвале пересижу. Эх. Было время. Не знаю, откуда это, посмотрите. Властелин колец в смешном переводе гоблина. Смешно. Есть еще правильный перевод, а есть смешной. Тоже из серии цитаты на все случаи жизни. Ну, теперь он висит 40-39, 40-39. Не, ну может быть к концу прохождения мы даже до 50, до 60 дойдем. Почему нет? Ну, блядь. Есть там кто? Да. Ну и хорошо. Что там у нас? Ага, идем. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Так, я же вроде не умирал, да? И выходил я не поспав, а сохранившись. То есть... Здесь вообще никого не должно быть. Опа. Ну, кроме нашего здорового этого. А мистер Ебанчай. Здесь, кстати, есть вход в нашу где-то халабуду. О! Ну, давайте чисто выясним... Как из этого выхода выходить? Так, это я... Ну, я, наверное, все облутывал, но мало ли. Нет, не все. Коктейль Молотова. Коктейль Молотова. Хорошо. Да, кстати, у нашей... этой... О! У нашей мадмуазели был динамит в продаже. Я его, естественно, купил. А, так, значит, мы, получается, мы такие идем. Заходим наверх, и вот где свечка, заходим в проход. Потому что я вот оттуда пару раз прибегал. И просто напрямки выходим и сразу попадаем в город. Отлично, все, замечательно, мне нравится. Так, а как внешний ориентир запомнить? Ну, блять, она довольно-таки приметная. В отличие от той ямы, это прям заметная. Все, отлично, идем. Еще?
Сейчас не понял. Что, прям туда уже, да? Чего? Кто там ходит? О! О! Бульбазавр проснулся. Нари... Опа! А вот это плохо. Оп. Где твои призраки, чувак? Куда ты их проебал? Да хорош, я не туда шел, блядь. Ну-ка, отставить. Я далеко слишком ушел, получается. Блядь. Так, еще раз. Я нихуенько. Вот когда стрелочки нет, то есть вот туда, что ли, куда-то? А, да, по-моему, пацаны тасовались, вот туда надо идти, да. Эх, посмотрим на него. Смотри, какой красавец. Ути, какая щемпапулечка. Нет ни пизды, правда. Ну, какая-то у него. Я вот так вот еще скриншотик с тебе. Опа! Как у тебя с замечанием меня? Опа! И все. А где? А куда я делся? А где это? О! Неплохо. Видите, немножечко разведали тактику, как с ним если что драться потом. Уа! Фу, 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 фу. Что, отъебись от меня. То есть круто он свои эти. Я смотрю, там было всякие эти души и прочее, а здесь кислота. Ну что, мужик, мы с тобой еще свидимся, не переживай. Кстати, я знаю, куда потратить взрывные болты на арбалете. Блять, да куда же вас? Куда вас, сударь, к черту понесло? Как же неудобно, что здесь... А, так мы через мост надо? А, ну да, блядь, ёбан... Не, подожди, через мост это туда, мне надо не в мост, но туда надо, блядь. Вот туда, я же даже ви... А, я же даже видел этот город. Это он, да? Ну, почти, ладно, все, туда, короче, там, заебись. Пошли. Блядь. И локация такая простого, я вниз блудиться умудрился. Так, молодой человек, извините, нахуй вам нужна голова? Какой бесполезный орган, зачем он нужен? Все, голова какая-то. Он зомбарь ходит, у него... Что там у вас, зомбарь? Бля, ну куда-то ушел, здесь стрелок стоял, хотел его это... Сразу же. Что-то написано. А какая-то пещера, что там? А, культик? А, культист. Окей. А, кстати, я посмотрел трейлер. У них внезапно на канале Hyper Strange внезапно вышел трейлер почему-то. Новый, абсолютно. На Хэллоуин никаких новых трейлеров не было. Это был только анонс, но он был до Хэллоуина. Причем он называется Хэллоуинский, но он вышел буквально вчера, что ли. Вот. Если какое число-то. Ну, короче, уже прям после Хэллоуина, уже ноябрь вовсю. Мужик, стой! Ты пидорас. А, вот. И там показали, что вот... Блять. Блять, я ж тебя поймаю, сука. Стой. Эй, ты меня как заметил. А, так вот. И там есть призрачный томагавк. В этом трейлере. Вижу, короче. Вот этого охуенного здорового оружия, которое, для которого нужны охуенные здоровые патроны, там не увидел. Там вот этот револьвер есть, призрачный томагавк. Ну, я подозреваю, что призрачный томагавк, он работает по тому же принципу, по которому работал призрачный лук. Это было бы, кстати, не так плохо. Хотя, конечно, из лука стрелять гораздо удобнее, чем кидать томагавки. Но пойди плохо. Так, надеюсь, мужик не успеет выйти. Вон боеприпасы и сюда.
Так, он пошел просто, он просто ходит здесь, или он тоже среагировал? Потому что там этот заржал-то, дурак. Не знаю, где он, но он заржал. Зомбарь напрягает. Ну ж, пока ты никуда не ушел, мужик. Да, ёб твою мать. Блядь, три патрона на тебя перевел. Кусты засесть и дождаться, пока этот придурок придет. Ой, господи, непроходимая рыба. О! Где он ходит? А, блядь, я себе все дерево загородил. Бля, не видно ничего. Че тут хочешь? Иди нахер отсюда. Мы с тобой потом будем. Мы с тобой поговорим потом. Ходит, он кряхтит, тут пердит мне. Напугал прямо пиздец. Чё, ты ушел с концами. А, я в курсе, мужик, что я получу от тебя пиздюлей. Не переживай. Всему свое время. Не сразу же. Я знаю, что я не завалю тебя с первого раза. Я знаю, что, скорее всего, я получу от тебя пиздюлины. О, хорошо, как почти. Но нет. Эти стоямочки. Опа! Он бессилен против деревьев. Как же хорошо. Я так понимаю, вот этот, который здесь же ходил, это он. Просто у него такой большой маршрут. Так, давай мы тебя сюда положим. Как раз влезаешь. Сюда. Это точно город, да? Да, это я иду в город. Акаты Боф. А, ты можешь постричься? Ага, алкаш там. Окей. Пошли попиздим с алкашом. Stay down. Мало ли тут еще кто. Нет. Текс. Оборону салуна держать не будем. А ты был парикмахером в прошлой жизни, да? Сюда. Боеприпасики. Боевичочек, зубик. Скоро место опять кончится. Я помню, что у меня еще и сумка, но там сильно много туда не впихнешь. Так, а у тебя зуб забрал? Нет, конечно, чуть ли у тебя зуб. У тебя два зуба. Давай сначала по левой стороне пойдем. Чтоб потом не путаться, где я был, где не был. Че это? А, вот кто там ржал. Ну-ка, сейчас. Опа! О, хрипит. Бля. Чё, блядь? Это какого хуя? Ну, в принципе, неплохо, чё бы нет. Можно и так. Ты серьёзный, все патроны у тебя, да? Отлично. Так, давай тогда сюда бухашку. Странный ключ убрал, вроде другой ключ убирал. Так, коктейль Молотова или что мы сюда убираем? А, ну в принципе, что тут сюда еще убирать, конечно, коктейль Молотова. Все остальное у меня просто не влезет. Так, можно, в принципе, сюда вот эту монетку. Зубы, зубы. Так это их вместе. Давай зубы, наверное, тоже сюда положим. Просто потому что. Так, и можно еще один коктейль Молотова. Ну, знаете, чисто на всякий пожарный. А то мало ли. Так, теперь, значит, мы коктейль Молотова вот, собственно, берем. Вот, и бухашку, и коктейль Молотова я назад и вернул. Кладем сюда, дробовичок сюда. Так. Не так дробовичок положил, надо было по-другому. А теперь, сейчас мы, значит, дробовичок. Так, зубы этого сможем просто? Нет. Так, ладно. Сюда.
Ну ладно, ладно, давайте сюда положу. Закрыть. Так, значит, патроны вот сюда. Это вынуть боеприпасы туда же, да? Вот этот дробовичок. Вон оно как, да? Вон оно как, вон оно чё. Чё же сделать? Чё б такого с тобой сделать-то? Но это-то хочется забрать. Сейчас, подожди, а чё тут ещё у нас? Еще один такой, да? Тоже не влезет. Ну, в принципе, ладно, пацаны, полежите здесь, сейчас я приду. Так, где тут у нас пещера туда? Это, по идее, я вот так сейчас бегу, да? То есть я вот так сейчас раз и прям к выходу должен, да? Да? Это же так? Ну, по идее, да. А, ой, вообще заебись. То есть, получается, я из этого выхода просто бегу напрямую и попадаю прямо в город. Охуительно. Здорово. Да-да-да. Так, сейчас, значит... Ой, да собираем эти коктейли молотов уже прям перебор. Я уже готов их продавать. Я достиг дзена. Так, открыть. Да-да, все вот эти коктейли молотов я их все продам. Вот такой вот я забавный зверек. Теперь закрыть. А давай я у тебя куплю. Во-первых, я у тебя скуплю опять все патроны. Которые... Еще у тебя динамит появился. Какая ты же моя хорошая. А вот эту перевязку, а то они что-то у меня прям все пропали. Ну, я больше деньги не вижу, смысла куда тратить. То есть торговцев я здесь больше не вижу. То есть только на патроны, на всякие ништяки. А, так, 3 аптечки, 4 аптечки. Давайте я куплю сейчас одну, уберу туда. И можно усиленные болты еще взять. Ну, потом. Потому что сейчас мы скоро будем, чувствую, ходить уже с арбалетом. Так, значит, давай... Да, одну аптечечку мы вот сюда положим. Тем более у меня здесь коктейль молотова уже до хера. Усиленные болты сюда. Это какие обычные патроны. А ну здесь пока что места нету, да? Да? Все. Окей, пошли. Нет, не так. А сейчас, подожди. Наверх только тут можно, да? Ладно, пошли. Не, ну хотя бы вот так. Все мало, конечно. Как здоровье не восстанавливается, нет. Все в порядке восстанавливается. Зато у меня, кстати, огненных патронов уже 14 штук. Ну-ка, этих здесь сколько чего? 20 серебряных. А, кстати, да. Нет, это не кстати, нихуя. Ой, ладно, пизду, давайте по порядку. Я сегодня немножечко не так. Ну, а более-менее. Так, у тебя я все забрал, у тебя я все там вот где-то вот у этих пацанов я уже не все забрал. Так, ну, у тебя сразу видно, что я не забрал. У тебя я забираю, отдай. Так, и у тебя. Отдай. Боюсь, боюсь. Так, нет, идем туда, как я собирался. Еще запутаемся. А. Нет каких-нибудь цветочков, еще что-нибудь. Ну и ладно. Может, в окошке позаглядывать. А, вот, здесь есть проход с этой стороны. Окей. Бля, пацаны, вы как-то это, можете стоять немножечко? Можете чуть-чуть, совсем малость самую стоять?
Блять, я не понимаю, почему он не подыхает? Может, какой-то конский урон этого дробовика. А, стоп. Блять, где еще один? Вот этот? А, здесь тоже есть вход. Вот все, конечно, хорошо, но попасть ему резко в голову сложновато. Так. Что, если здесь нет нихера, что ли? Да оно быть того не может, я не верю. И я тебе не верю. Угу. Бля, я реально смотрю, ничего нет. Вообще ничего. Я знаю, что проклятых предметов здесь и не должно быть. Проклят. А проклятые предметы, он там где-то на кладбище за городом, типа так. Вот. Чтоб совсем ничего. Что-то как-то прям совсем тухло, ребят. Коктейль молотый видит с этих пацанов, они прям постоянно лутаются, и поэтому... Блин, опять забит все инвентарь. А не продавать это, не забирать нельзя, потому что, ну а как? А? Фу. Ага. Так, а это вот уже прям город-город, да? Нет, это я уйду уже к этой, к... Ага, окей. Надо сначала здесь все облутать. Это я уже иду к проклятой штуке. Блин, опять лампочка гаснет. Ну, видимо, там уже заканчивается заряд. Кто-то вроде как палит. Вроде как и не палит. Так, ну это я место узнаю. Оп, мое. Как там в мемах? 4.19, Саша. Блять, какого хера? Зашел в дом, целый дом, нихуя, ни лута, ничего. 4.20, блять, у меня уже инвентарь заканчивается, место свободное. Да кто ты такой это? Ушастый. Так, нет, давайте сначала в дом зайдем. Ой, иди нахер, заебал, серьезно. Меня прям так пугает, как будто я не знаю. Блять. Ты выйдешь сюда или будешь там тусоваться? Окей, понял. Как скажешь. Хозяин, барин. Так, судя по всему, здесь еще кто-то есть. А, куриная голова, кстати. За стенкой стоит. Хрипуна давит. Минус голова. Там агавку уже места нет. А, стоп, это не сердце, какая-то маска. Окей, какой-то новый артефакт, давайте смотреть, что это такое. А, так, Human Heart with a Scalps of Holes, короче, сердце с дырками. А, поднимает максимальное здоровье на 20-ку, 5 здоровья за 20 секунд, а это сколько у нас? Одно здоровье за 5 секунд. Но это оно, получается, больше восстанавливает. А, immediately stops bleeding is... немедленно прекращает кровотечение, если полная стамина. Немедленно начинается кровотечение, если стамина меньше 15. Нет, мужик, извини. Могу, я часто бегаю и до упора практически эту стамину довожу. Вообще мне это дело не подходит ни капли. Так, а он же не влезает, да? А, нет, влезет, ну отлично, хоть один уберу. Так, давайте я сюда же положу.
Во, хоть немножко местечко разгреб. Так, у тебя забираю патроны. Забираю патроны. Забираю пушку. Это раз. Там второй еще. У него места уже не будет. Да? Так, у меня там агавк есть и вот этот чувак. Этот чувак. Ну, во-первых, конечно, патрончики. Так, ну поскольку эта штука все равно у меня уже не эту, то давайте хотя бы вот так сделаю. Так, ну и коктейль Молотов можно один сюда еще. И все. И уже ничего не влезает. Ну что, еще бухашка осталась. И томагавки здесь. Флопхаус. Так, стоп, этого надо сразу завалить. Пока я вижу. Как к нему попасть? Угу. Ну, на самом деле локация очень похожа на крокодилью ферму. Прям очень. Подо мной магазин, кстати, если что. Ну или храм. Ой, храм, блядь, сторож. Ну, в смысле, магазин или хранилище имеется. Так, еще кто-то есть? Сейчас прогуглим сразу. А, вон еще один. А ты где? Угу. Я так и знал, что ему настоебет, он потеряется. Ага, носится, блядь. Ага, нихуя себе его отнесло, это он тут стоял. В принципе, возможно. Ладно, давайте тогда я буду знать, потому что там еще один есть. У него я заберу только патроны. Все, пошли отсюда. В прошлый раз так не точно пришел. Она прям прямо-прямо от пещеры. Прямо вот прямо-прямо. Угу. Будущий покойник ходит. Бля, не было бы у меня так мало патронов, я тебе в задницу бы выстрелил. Чисто, чисто для страски. Вот так. В жопень. Но у меня патронов мало. Так, значит, во-первых, мы убираем... А, вот так вот, да. Я аптечку где-то нашел. Когда я успел. Что я вообще не отфиксировал тот момент, что я где-то нашел аптечку. Тогда, кстати. Можете сначала тебе все продам, а то у меня тут. Так. Ну, патроны у нее, естественно, еще пока не обновились. Так. Открыть. Зубки. Вот это. Все. Так, значит, открыть сюда. 3-3-3. Окей, сюда. Мам-мам-мам-мам. Где будет сюда уже? Складываю уже просто куда есть. Тихо-тихо, ты чё? Прекрати. Не надо. Так, а тут еще? Нет, все. Окей, погнали. Зачистим потихонечку, чё ли? Ну, вот это, конечно, напрягает. У меня в дробовике патронов вообще нет. Да как я постоянно выхожу вот сюда-то, блять, я вроде бегу прямо. Получается, что он не прямо, в это под углом. Не, ну ты тоже хорош, ладно, окей, согласен. Но я же не буду тебя щелкать, у меня этих кадров с вашим мертвым братом как-то уже очень дохуя. Так, подожди, давай пойдем сразу заберем патрончики, пока я помню. Да не патрончики, в смысле пушку.
Ну, получается, у меня коктейли Молотова этими уже забиты, вообще все, что только можно было забить. Так. Что-то какая-то у вас город, и в нем нет вообще нихуя. Толку от того, что это город, никакого. Просто на всякий случай, если что, сразу в жбан кому-нибудь зарядить. Что-то как-то тухловатенько. Ну, слава богу, вот что-то полезное. Let's put these to good use. Вот патрончики — это хорошо, патрончики — это прям здорово. С одной стороны, моя жлобская натура негодует, что это все нельзя собрать и продать, с другой она очень радуется. Уже прикиньте, сколько раз пришлось бы бегать, чтобы все это продать. Так, тут я был. И тут я был. Так, там мужик. Надо его, это... Put out of his misery. Так, мужик. А, все, я понял, где у тебя голова. Сейчас придется вот так вот, я уж не вижу. Мужик, блядь, ну ты конечно, молодец. Ну ты красавчик, просто пиздец, не дай бог. Стой. Стой. Остановись, косматенький ты мой, потлатенький. Я, кстати, вот вовремя вспомнил, что по крыше можно скакать. Блять, как ты встал, неудобно. Да, ёб твою мать. Как хорошо, что ему быстро становится похуй. Ну, кстати, да, тут... Ну, крокодил, ладно. Так, это алкаш. Угу, жопу чешет, вижу. Ой. Минус. Но это не он. Это он. А, это он возвращался, слушай. Заебись. Уж раз, ну как так резво, просто убежал отсюда. Назад на пост. А, мужик, остановись, пожалуйста. Будь так добрый, я тебя прошу, пожалуйста, хороший ты мой. Стой, блядь. Ты, сука, будь! Уебу. Ой. Мы так не договор... Блядь, зомбарь, мы не договаривались, так иди нахер отсюда. С вами палец стоит. Ой, твоя проблема. Так, ну сейчас этот с обрезом тоже сюда алкашня припрется, да? Ну зомбарь, ладно, зомбарь увидел труп, пошел проверить. Это мы понимаем. Они так делают, враги здесь в этой игре. Эй, стоим. Бля, слушай, по крышам прям заебись, мне нравится. А, чушь. У, сука. Ну где? А? Ага. Блять, он забаговал. Какие ж ты такая-то зараза. Да и ладно, забаговал и забаговал, нам-то чё. Правильно, правильно. Так, там еще зомбарь. Ну там где-то ходит. Мистер зомби, пожалуйста. Мистер зомби, just fucking stop for a fucking second. God damn you fucking zombie. Oh, мистер зомби, please. Wait. Ой! Три патрона. Зомби, ты охуел. Просто в край. Три патрона на тебя перевел. Да ёб твою мать! Ладно. Ты серьезно? Не, ну это пиздец. Не, ну ты это видел, да? Ой, блядь. Чё это вы так? Минус а... Ай! Минус два. Перезарядочка. Минус три. Еще никого я толком не убил. Хотя, возможно, этот мужик подгорел немножко, поэтому так вполне легко убился.
Нет, зомбарь честно хотел ко мне попасть, просто просто немножечко застрял в своих коллегах. Ну, бывает, что ж, ладно. За это не осуждаем. Так. Угу. Отдай мне свой этот, как его. Блин, может ключик выложить? Туда может Я лучше ключик, наверное, выложу, а сюда я лучше буду дробовик класть, потому что прям... Это прям лучше, на самом деле. Аж два обреза можно впихнуть, это вполне себе. Так, теперь коктейль Молотова и зуб. Так, дальше. Угу. Сначала надо всех облутать. Так, погоди. Ага. Моё. Вынуть. Ой, какая прелесть. Так. Ну вот, хотя бы уже немножко... Хотя бы к револьверу патрончиков уже прибавилось. Что меня, как водится, несомненно радует. Так, и там вот у нас что-то оставалось у меня, не помню. Что это? Кто меня слышал? А, бухло. Не, ну что? А кто меня слышал? Погодите, пацаны. О. А, ебать. Ну извини, ну что это, что в конце концов? Держи, что? Мне ж не жалко. Капец, зубов понабрал. Что? А, да. Что не может не радовать. Смотрите, второй этаж. На второй этаж сломана лестница. А это значит что? Что на втором этаже наверняка что-то есть. Я же могу вообще вот так вот сделать. Просто на изичах. Она говорит, что кровавая баня хороша для моей кожи. Блин, она была, конечно, её... Женщина обедала. Или ужинала. Учитывая, что у нас здесь вечная ночь, хер тут разберешь. А я настолько некультурным образом ее прервал. Извините, мадемуазель. Такого больше не повторится. По очевидным, конечно, причинам этого больше не повторится, но, блядь. И снова нихуя не влезает у меня в инвентарь вот такой. И да где я опять аптечку-то взял? Я опять что-то проебал этот момент. Ну, конечно, стоит пятнашку всего. Но, блин. Ладно, поваляйся пока здесь. Чупонька. Так, там я вроде все оглядел. Да, сейчас посмотрю еще. Уж не помню, заходил сюда, нет? Наверное, заходил. А, так. Давай посмотрим, что у нас тут. Нихуя. Что ж. 40 минут прошло уже. Не, вот в этот раз 40 минут прям насыщенные. Столько всего случилось. А что, в этот раз у нас по сортирам будет что-нибудь в сортире? Опа, мои. Даже вот тоже можно уже продавать. Хотя я, по-моему, уже и так продавал. А, потому что куриных голов столько мне явно не надо. Кто это? Да ладно! Кислотный пидорас. Ну даже вот это да. А, где-то, по-моему, в одном моменте, где-то, по-моему, встречался уже с кислотными этими придурками из первой главы. Вот.
Сейчас я к вам приду, сначала там все залутаю. Вот, а только они это... Я, по-моему, издалека его пристрелил, и, по-моему, даже потом меня блутал. Тоже то ли ушел, то ли умер. Минус чувак. И, кстати, это, кстати, тоже было. Блин, чуть ли не ногу на ногу закинул сидит, смотрите. Чё-то не зря, он обычно делает такой, ааа, только потом на меня бежит, взял и сразу побежал. Ты чё, я чё за беспредел такой, ой, не то, извините. Ты чё за беспредел такой? Зуб. О, как я давно вас не видел. Кислотные эти. Смотри, он сидит, чисто отдыхает. Так, просто винчестер. Наш просто винчестер. Да, но это уже, кстати, неплохо, потому что... А, кстати, интересно, сколько урона винчестера? 20? Ладно. 20. Не. А, ну и... Что? Я же, прям вообще доходил до следующих зданий там. Ох, блядь, что-то у вас многовато, пацаны. Ладно, ладно, ладно. Упреждение, значит, стреляем, урод. Ладно, раз уж я здесь, мне в любом случае надо идти. Даже забирать пока ничего больше не... Хотя, подожди, давайте дозаберем, там просто инвентарь дозабьем уже тем, что есть. Так, ага, ты. Забираем. Ты. Отдай патроны, остальное потом. Ты. Забираем. Ты. Забирай. У меня все еще влезает. Обалдеть. Все, все? Их там три было. Раз, два, три. А, да, и вот этот. Ну, окей. Окей. Не, конечно, пацанов я очень талантливо на себя согрел. Что сказать, могу, умею, практикую. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Опа. Thanks, мадемуазель. Ты можешь выйти на свежую. Или ты в смысле, что он уже не такой свежий? Ну, кислотную эту я не буду туда сохранять. Я, по-моему, с предыдущего раза не остался. Так, ну-ка тебя нахер. Или молота уже даже еще один продам. А, кстати, аптечечка. Вот это, вот это. Все, да? Окей. Так, ну. А. Окей. А! That... Ну, у него, видимо, раз в какое-то время обновляется инвентарь, так что. Бля.
Единственный плюс того святого отца, только сейчас что-то об этом подумал, когда я там говорил про то, что типа вот он погиб, это типа хорошо это или плохо. Вот, если в конце, конечно, не выяснится, что он нихуя не погиб и помогает этому здоровому ублюдку. А, вот, что он давал какое-то благословение. Какое, хер его знает. Там было написано, что типа вы что-то чувствуете, а типа что чувствуете, а хер его знает. Ну, наверное, это что-то значит, типа того. Ну давай. Ну давай, господи. Калиб. Я тебя буду звать Калиб. Я, по-моему, про это уже говорил. Так, а где у нас была мадмуазель? С дробовичком. Что, ну что, надо забрать дробовичок. Нужен двухэтажный дом. А, по-моему, вот он и есть, да? Не могу такие вещи оставлять валяться. Уж извините. Я же сразу себе весь инвентарь тут же засрал. Но тем не менее. Это выше моих сил. Так, окей. Тут еще есть. Ба. Ну, ты, конечно, очень хорош. Остановись, пожалуйста. Чего, судя по всему, он похуист. Или пацифист. Или и то, и другое сразу. И, походу, он этой огненной дробью стреляет. Какая-то у него странная огненная дробь, которая не горит. Ну, то есть она как бы... Это серьезно. По звуку она как будто горит, а по факту нет. То есть не по звуку, по виду, вот. А когда ты подбираешь потом у него этот, из инвентаря, там обычная дробь. Ну, извините, у меня опять ничего не вылезает. Так, сабля. Тоже обычная. Так, что тут еще есть? Есть какой-то смысл тут еще рыться? Это туда мост. Надо сначала ту сторону долутать. Ой. Ой, крокодил, иди ты нахер. Блин, мне бы сейчас прям вот очень бы вообще и вообще ни разу не помешала бы косточка возвращения. Но если вы ждете, что я сейчас скажу так, что было бы неплохо, чтобы я бы, конечно, взял бы эту косточку, но я дурак ее не взял. Нет. Я скажу про другое. Было бы неплохо, чтобы они у меня были лишними. Потому что здесь, ну, я и дальше бегал, чтобы вернуться и все продать. Вот. А тут прям, ну, типа, совсем рядом. Соответственно, что-то как-то мне это... Не хочется. Бля, будем убирать дробовика? Пока что... В принципе, можно пока без дробовика походить, на самом деле. Вместо дробовика взять кое-что другое. Так, давай посмотрим, кстати говоря. Так, томагавки. 23.50. 25.50. Второстепенная. 15.35. То есть, вот это на самом деле не очень такой прям уж охуительный топор. Но с ним красться удобнее.
Each missing HP points increase damage by 2%. Бля, вот это, кстати, у него второстепенный урон, это топора прям заебательский на самом деле, я бы его взял. Так. Тем более, что, опять же, я не гонял еще с ним. Так, так. Ой. Опа. Так, сюда. А можно саблю на самом деле взять, погонять? Сколько у сабли урон? 10 и второстепенная 30. Ну, чисто вот опять же посмотреть, как она себя поведет. Да, давай так и сделаем, кстати, я вспомнил, что я хотел еще, Но! Так, а мы будем брать с собой аптечку? А, так что, будем, это же я ее это. Так, топорик, а дробовичок пока что тогда положу вот сюда. И, чтобы место не занимало, патроны к нему тоже. А, кстати, да. Во. А то я что-то с этим топором даже и не погонял. В безопасной зоне не положено. Но стамина быстро восстанавливается, потому что у меня перк на быстрое восстановление стамины с этим, с холодным оружием. Плюс у него урон альтернативный, какой-то там зверский 50. Ну, конечно, не настолько зверский, как, но, блядь, зачем я взял топор? Я же хотел со саблей побегать. А. Так, кто помнит, где был винчестер? Я вот не пак, во-первых, томагавк, кстати говоря, да. Честер где-то тут, что ли, лежал. Бля, обычный винчестер, он где-то валялся, а вот здесь, по-моему, да? Да. Стоит 120. Сейчас я туда к пацанам схожу. Кстати, тут, между прочим, есть вот такое еще место. В общем, возможно, тут что-то тоже чем-то можно разжиться. Может, нельзя. А, это я уже полез на мост. Ну, ладно. Ну, не на мост, под мост, ну, не важно, блин. На ту сторону пошел, короче, уже. Ой! Ты какого хера тут забыл? Вполне. Вполне. Вот про это я и говорил. Что-то я прям не дошел, то буквально всего ничего. Вот здесь, оказывается, шумел. Ну, не шумел, в смысле, а палил меня еще. Так, у тебя все забрал, да? Ага. Давай попробуем.
А, в принципе, довольно быстрая. Кислотный блевантон. А, кстати, я наверх еще не залезал. Точно, точно, точно. Поскольку тут ходили пацаны. Блин, тут еще кусок города. Он, правда, такой, ну, блин, он, правда, такой большой этот город, слушайте. Это, то есть, город, вот это все. А мне вот сюда нужно. Это там, то ли кладбище, то ли что-то. По-моему, кладбище. И нихуя парам-пам-пам. И нихуя парам-пам-пам. Так, это что у нас? Ага, жопа стоит, чешет мужик. В крайней мере, попробуем. Промазал. Ну, в принципе, ничего так. Она, главное, довольно быстрая. Блять, опять нету места. Да что ж такое? Сейчас, ладно, сейчас найдем. Сюда. Нет, стоп, не так. Сюда. Вот так, окей, все. Уже есть. Так. Так, а это куда у нас? Это вот к этим пацанам, которых я там в прошлый раз всех зарубил. Да. Так, ладно. Да что же у вас нету-то? Ни хера ваших этих... Столько домов понаставили, в них ни херашечки нет. Критический урон. Мужик, тут такое было, а ты стоишь и вообще не... А, да-да-да, вот этих пацанов я видел, они там шлялись толпой. Ебать их тут. Подожди. Раз. А, причем это один... А, это один зомбар и два этих... Блевуна, окей. Мы даже не знаю, стоит их убивать, не стоит. Три блевона. Тут я видел, между прочим, этого. Он меня больше не увидит. Не, ну что, в принципе, сабелька довольно бодрая, мне нравится. А если учесть склонность разработчиков запихивать практически каждому предмету его легендарный аналог, то, скорее всего, где-нибудь тут есть какая-нибудь легендарная сабля. Ну, эпическая, там, не знаю, как хотите называйте. Ну, понял. Да. Прям вот так. Так, тут алкаш, как минимум. О, что это? Кто это? Что за красавец такой? Почему я с ним не знаком? Хороший мальчик. Наверное, каждое утро делает заряд. Нихуя себе. Смотри, какой красавец. Он в этом. Все, у него только один зуб. Я бы ему какой-нибудь лут еще положил бы. Да уж, куда, блядь, в миру-то без тебя, дура бестолковая. Тоже винчестер. Обычный, опять же. Все еще обычный. Блять, еще одной винчестер, который не могу запихнуть в себя. Так, ладно, пойдем сходим на второй этаж. И, по-моему...
И, по-моему, если я прям ничего не путаю, мне кажется, он их станет не может. То есть его ударяешь, он такой, какое-то время еще. Топор очень долго замахивается. Блять, что-то она мне прям нравится. Да как я тебя так провтыкал, мужик? А, он тут вот так стоял. То есть, с одной стороны, видите, некоторых оружие холодное стало, ну, условно говоря, бесполезным. А некоторые наоборот. А так надеялся, может, здесь косточка возвращения валяется. Не буду этих дураков убивать. Так, я тут же... Да, тут я был. О. И по-прежнему могу только сюжетную шляпу взять. Больше ничего я не могу, идите нахуй. А где вообще, не знаю, это кастомизация персонажа, там, скинчики и всякое такое. О, а, да. Чуть дальше. 22 год, он говорит, ни скинчиков, ни лутбоксов, нихуя, что это вообще такое? Пиздец. Позорище какое-то, не игра. Фу. Так, заканчивать бы надо. Ладно, давайте я вот этот вот, то, что вот у этих трупов я сейчас... сейчас мы закончим серию, я, ну вот это я приватшу придам, потому что, мне кажется, это кому-то может быть вполне себе интересно. Вот, внезапно я вспомнил про эту кнопку. Вот это продам, соответственно, я... За кадром сбегаю, да, все это продам, то, что там лежит. Потом уже начнем. Так, бухло это... Один коктейль. Яд зубы Винчестер. Винчестер. Открыть. Томагавка и этот. Закрыть. Больше ничего не надо, да? Я знаю, что, наверное, я сделаю, возможно, я совершу глупость. Но тем не менее. Я сделаю вот так. Всяком случае, проверяем. 150 у него цена. 10,30. 150 цена, 10,30. Они одинаковые. То есть, я просто к чему я говорю, что, возможно, это будет глупость. В том плане, что я возьму и оставлю себе ту, которой я уже пользуюсь. Хотя можно было просто сразу из инвентаря ее продать, а себе взять из этого новую. Но поскольку я ей уже пользуюсь, как бы это уже вещь такая, которую я уже... Скажем так, она прошла боевое крещение, то, соответственно... Какого хуя ключ у меня? А, я его убрал, чтобы... Да, что лучше его буду таскать здесь, а сюда спокойно два дробовичка будет ложиться. Фу. Сейчас, что еще? Что еще? Что еще? Сейчас, что-то еще какая-то у меня мысля была. Сейчас. Коктейли Молотова дохуя, просто дохуяшечки. А дробовик, арбалет, ножик костяной. Блять, подожди, что ты еще думал? Блин, что-то же была мысль какая-то. Может, купить что? Может, я хотел что-то купить? Ну ладно, нет так нет. Окей, ладно, давайте на этом закончим. А! Давайте на этом закончим. Ссылки все в описании. Проходите, подписывайтесь, вступайте и так далее. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходить в дальнейшем в новых роликах. Подпишитесь на Телеграм. И за всем все. Всем всего доброго и хорошей игры. Всем пока. We'll be right back.